Всем привет! Приседания – универсальное упражнение для мужиков и девушек. Хочешь набрать – приседай с большим весом. Нужно похудеть – приседай больше раз. Сделать круглые ягодки также помочь могут только приседания. Ну а сколько же раз вообще может присесть человек? На это даст ответ книга рекордов Гиннесса и книги о подвигах силы атлетов прошлого. Так, в книге Гёкеншмидта есть запись о Максе Дантаге, любителе из Вены, который 4 июня 1899 года за 3 часа присел 6000 раз. На страницах книги «Возьми в спутники силу» отмечен рекорд Джорджа Эйфермана, который присел 150 раз подряд на одной ноге без опоры. Впечатляющий рекорд в книге Гиннесса записан от 18 апреля 1997 года. Терри Хайт, старшеклассник из Канады, используя специальное кресло высотой 38 сантиметров, за час сделал 3967 приседаний. Другой рекорд, записанный в эту же книгу, еще более впечатляющий. Бразилец Эдмар Фрейтас, инструктор по фитнесу из Куритибы, за 24 часа присел 111 тысяч раз. Свое достижение бразилец установил на одной из улиц Куритибы, столицы штата Парана. Каждый час Фрейтас поглощал плитки из лаков и выпивал кокосовое молоко. Также каждые 4 часа ему разрешалось сделать 5-минутный перерыв для того, чтобы сходить в туалет. 11 человек считали приседания, которых в среднем получалось 77 минут. Фрейтас целый год готовился к установлению рекорда. Когда же это случилось, он заявил, что вряд ли в ближайшее время присядет хотя бы раз. Предыдущее высшее достижение принадлежало американцу Биллу Эвансу и равнялось 103 тысячам приседаний за сутки. И пятое, еще одно феноменальное достижение в приседаниях, я считаю, должным отметить. Это 1000 раз за минимальное время от 12-летнего Евгения Ковуненко. Он сделал штуку приседаний за рекордные 17 минут 11 секунд. Я уверен, что вышеперечисленные рекорды вас впечатлили и промотивировали. Так что обязательно делитесь этим видео с друзьями, особенно с теми, которые любят много приседать. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. До скорых встреч. Пока-пока.